В этом году в Мытищах проведут капитальный ремонт 99 многоквартирных домов. В рамках региональной программы на эти цели будет выделено порядка 1 миллиарда рублей. В планах отремонтировать кровли в 32 многоквартирных домах, в 12 фасады, а также заменить 39 лифтов в 9 домах. Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области жители могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на их сайте.